Это же не случайно, что выбран этот комитет, да, потому что все-таки местное самоуправление – это родное, потому что 19 лет вот дано местному самоуправлению именно работе в Назаровском районе, поэтому планов очень много, мыслей. И второй комитет, который был выбран, это развитие по селу и экономической политики, именно развитие села. Потому что ну, мы все понимаем, что необходимо очень много вкладывать. И не только, наверное, материально, а именно вкладывать, изменять законодательство, ну, чтобы изменяла жизнь в селе. Потому что сегодня говорили, что настал тот момент, когда на село надо обратить особое внимание.